Приветствую всех любителей шопинга на моем канале и приглашаю вас сегодня посетить магазин H&M. Посмотрим с вами новую коллекцию осень-зима. Что интересного есть? Есть интересная обувь у них, головные уборы. Оставайтесь, будет очень интересно. Также хотела вам напомнить, что у меня розыгрыш 1000 подписчиков и обязательно будем разыгрывать с вами кофейные пары из разных коллекций компании Велерой Бог. Я вам ставлю небольшое видео, чтобы вы могли посмотреть. Две кофейные пары я уже приобрела. Одну из коллекции Селини. Ну, на фото не очень хорошо видно, какой там красивый рисунок, но у меня есть на канале небольшой шотс об этой коллекции, поэтому заходите, посмотрите более детально, как выглядит эта потрясающе красивая коллекция. И также кофейная пара из коллекции Kwanzai Garden. Очень красивые цветы, красивый рисунок в этой коллекции. И к тому же эта коллекция снимается с производства, поэтому нужно обязательно было приобрести такую пару, которая впоследствии, конечно, будет каждый раз дорожать и дорожать, так как эта коллекция уже не будет производиться. И обладатель данной кофейной пары будет обладать эксклюзивной кофейной парой. И к тому же, впоследствии, если захочет, может ее продать, так как она будет всегда расти в цене. Ну и посмотрим с вами, что интересного предлагает нам магазин H&M. Ну, цены в H&M, вы знаете, очень хорошие. Всегда можно купить недорого и актуальные модные новинки этого сезона. И в новой коллекции такой вот красивый костюм, который можно купить отдельно. Юбка стоит 20 евро. Это ткань, вышивка английская и ткань с покрытием, как будто под кожу. Смотрится, конечно, она очень нарядно, красиво. Ну, вы сами видите, что смотрится очень хорошо. И такая вот есть рубашка. Тоже это покрытие, стоит 70 евро, ну его одевать нужно как второй слой, потому что она совершенно прозрачная и подразумевается, конечно, на более прохладную погоду ее одевать, поэтому можно под нее одеть кофточку, какой-то блейзер и будет смотреться комфортно, красиво. Также в H&M есть и нижнее белье, вот здесь вот представлены симпатичные бюстгальтера по 18 евро. Я себе однажды приобретала бюстгальтер и, в принципе, осталась им довольна. Носится он неплохо и держит форму. Также всегда на теплую погоду актуальны свитшоты. В H&M тоже есть. Без капюшона, 35 евро. И, видите, украшен он еще бусами. В новой коллекции также есть блузы, такая вот черная летящая блуза, ну, наверное, подойдет под узкие леггинсы или джинсы, будет верх объемный, а низ более приталенный, стоит 20 евро. Неплохой выбор юбок в H&M. И вот такая трикотажная юбка. Это юбка мини и декорирована такими вот кнопочками металлическими. Ну, смотрится она, кстати, очень неплохо. Если еще одеть куртку-косуху, будет вообще смотреться очень красиво. И стоимостью 35 евро. Жакет классический. Черного цвета, застегивается на одну пуговицу, однобортный, смотрится неплохо, стоимостью 45 евро. Очень интересные сапоги представлены в H&M, грубые, и это кожзам, стоимостью 65 евро. Thank you.
Легкое платье на подкладе. Это как гипюр похож. Стоимостью 50 евро. Ну, наверное, их предлагают носить с такими грубыми сапогами и с курткой-косухой. Наверное, будет смотреться очень красиво. Также начали появляться и дубленки. Это из искусственной кожи, искусственный мех, стоимостью 60 евро. Такая вот укороченная дубленка. Ну, как говорили блогеры, в этом сезоне это будет очень модная, актуальная одежда. Но появляется она массово, и я ее не вижу у всех брендов. Еще есть в таком исполнении дубленка. Ну, эта дубленка мне больше нравится, она более поинтересней. Стоимостью 70 евро тоже. Это все из искусственного меха и искусственной кожи. Пальто в красивом сером цвете и стоимостью 55 евро завязывается на пояс и застегивается на кнопочки как двубортное. Очень хорошая модель, присмотритесь. Куртка демисезонная на прохладную погоду. Это из плотной ткани, держит форму, стоимостью 60 евро. И у этой куртки есть капюшон, украшен бусами. Неплохой ассортимент брюк в H&M. Такие вот брюки по 21 евро. Джинсы в черном цвете, стоимостью 40 евро, и вы видите, они прямые, абсолютно не зауженные. Брюки в таком исполнении, более классические, для офиса подойдут, ну и на каждый день тоже. Цена 31 евро. Брюки темного цвета в тонкую полоску и стоимостью 35 евро. Также из такой ткани, она ткань более утепленная, есть и юбки. Юбка стоит всего 16 евро. И брюки тоже из такой ткани, стоимостью 21 евро. Очень хороший состав ткани. И видите, что на этикетках написано, что H&M использует частично вторсырье.
свитера очень красивый пошив, высокий воротник, стоечка. Также на рукавах есть разрезы. Смотрится свитер, конечно, очень неплохо. Цвет такой вот немножко с розовинкой и стоимостью 31 евро. Утепленное пальто на подкладе, очень мягкая ткань и стоимостью 60 евро. Наверное, добавлена в ткани шерсть, потому что когда я его сняла, то на нем сидела моль. А это пальто мы с вами ранее видели на манекене. Красивое демисезонное пальто на подкладе с поясом и стоимостью 90 евро. Смотрится очень, кстати, неплохо. И, как вы видели, очень много брюк и юбок именно из такой ткани. И будет очень красиво вместе смотреться. Утепленные кофточки с таким вот глубоким П-образным вырезом и стоимостью по 21 евро. Красивый свитер с добавлением шерсти. Очень красивая модель. Воротник стойка. И рукава у него широкие, также с разрезами. И на боках внизу тоже есть разрезы. Одеть под джинсы будет очень красиво или под леггинсы. Модель очень-очень красивая. Обратите на нее внимание. Вязаные кардиганы, очень красивая модель, похожа на под Шанель, красивая фурнитура золотого цвета и выполнен он, конечно, достойно и стоимостью 40 евро. Также кардигану можно приобрести и юбку стоимостью 31 евро. Свитер с высоким воротником на замке стоимостью 40 евро. Красивые пушистые безрукавки по 40 евро с капюшоном, очень красивая модель. Легкие брюки в пижамном стиле, такие свободного покроя, стоимостью 60 евро.
приобрести к брюкам можно приобрести рубашку, очень красивый пошив, стоимостью 60 евро. И всегда модные актуальные жакеты под твид. Также в H&M тоже есть такие жакеты с серебряной фурнитурой и стоимостью 40 евро. И к жакету можно приобрести юбку стоимостью 25 евро. Трикотажные очень красивые кардиганы с коротким рукавом, серебряная фурнитура и стоимостью 31 евро. Яркий нарядный жакет, в нем присутствует металлизированная серебряная нить и стоимостью 80 евро. Очень, конечно, он нарядный. Лоферы в новой коллекции по 40 евро, но это не кожа. Сапоги тоже очень модные, актуальные. В прошлом сезоне, в этом сезоне также остаются по 40 евро. Теплые шапки на зиму можно приобрести по 16 евро. А это такие рукавицы, которые пальцы полностью открыты и стоимостью по 10 евро. Также в новой коллекции завезли красивые береты, очень мягкая, пушистая ткань, стоимостью 13 евро. Я люблю береты, но, к сожалению, данная модель мне не подошла.
Также в новой коллекции есть и сапоги казаки по 45 евро, но это, конечно, не кожа. Лоферы очень, кстати, симпатичные, по 28 евро из новой коллекции. Капоры, видите, остаются в этом сезоне также и стоимостью 21 евро в красивом сером цвете. Уги тоже можно приобрести в H&M всего за 21 евро. Ну, а я буду заканчивать свой обзор магазина H&M. Если вам понравилось, ставьте обязательно лайк, пишите ваши комментарии. Ну, а я буду с вами прощаться. До новых встреч, новых видео. Всем удачи!